Греческое общество города Сочи и греческие общины всего Краснодарского края полностью поддерживают спецоперацию нашего главнокомандующего и нашего президента до демилитаризации и идентификации Украины. И что касается этих действий, конечно, надо сказать, что были подписаны Минские соглашения. И все было бы хорошо, если бы Украина придерживалась и подписала бы, и выполняла бы их, самое главное, выполняла бы эти Минские соглашения. Президент, он сделал очень важный шаг, очень важное, так сказать, мероприятие проведено по спецоперации на Украине. И другого варианта практически и не могло и быть. Иначе была бы беда всех наших приграничных территорий. Решение было принято правильное, и мы полностью за нашего президента и главного нашего, именно главнокомандующего.